Россия готова открыть прямые авиарейсы с Египтом. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фатахом ас-Сиси. Открытие рейсов обеспечит Египту приток российских туристов и значительно улучшит экономическую ситуацию в стране. На этой встрече правительства двух стран подписали контракт на сооружение атомной электростанции в Египте. Атомная электростанция способна дать мощный толчок дальнейшему развитию Египта. Россия вообще всегда по отношению к странам Ближнего Востока, она вела себя очень, так сказать, корректно. И если какие-то проекты реализовывались, это всегда делалось на взаимовыгодных условиях. Вот, поэтому, конечно, для Египта это гораздо более выгодный проект, нежели, так сказать, привлекать какие-то крупные западные компании, которые наверняка, так сказать, и ценовую политику другую ведут. Стоит отметить, что ранее сторонами был заключен проект соглашения о порядке использования воздушного пространства и аэродромов. Оно позволяет российской военной авиации использовать египетские авиабазы. Военное сотрудничество необходимо России для решения геополитических задач в североафриканском регионе в условиях его серьезной нестабильности. Обсуждение военного сотрудничества велось еще с 2016 года. Тогда велись переговоры об аренде бывшей советской военной базы в египетском городе Сиди-Баране. Военная база позволила бы усилить влияние России в североамериканском регионе, а в перспективе заразить новые плоды сотрудничества. Артем Тупичкин, Универньюз.